Госжилинспекция Московской области на страже безопасности и комфортного проживания жителей. Благодаря постоянному мониторингу работы управляющих компаний и своевременному реагированию на жалобы жильцов, многих острых ситуаций удается избежать и наладить конструктивный диалог между УК и собственниками. Те процессы, которые происходят у нас в стране, те процессы, которые происходят в законодательстве, очень активно влияют на качество выполнения обязанностей именно и управляющей компании, ТСЖ, ЖСК. И за последние 3 года можно сказать, что существенно изменилось отношение управляющих организаций к управлению многоквартирными домами. И можно сказать, что прогресс в этом есть. Большое-большое всем спасибо. По итогам года составлен рейтинг лучших управляющих компаний. Сразу 3 из Одинцовского района. Траншинстрой, Дом-сервис, Гусарская баллада. Также награждены и активные жители района. Среди них те, кто помогает в работе как УК, так и ГЖИ. Каждый жилец, если он хочет жить нормально, в красоте, в чистоте, и чтобы его окружал комфорт, должен проявлять какую-то свою активную позицию, жаловаться. Под лежачий камень вода не течет. На встрече Эдуард Сущенко особое внимание уделил разъяснению постановлений и введению новых требований к деятельности управляющих компаний. В работе инспекторов появился термин «предостережение». Управляющие организации в течение 60 дней обязаны принять меры к устранению тех или иных недостатков. То есть мы на стадии подготовки юридических лиц к совершению административного правонарушения их предупреждаем. Они об этом знают. Ну, соответственно, кто увидел предостережение и принял меры, тот и не будет наказан. А кто не устранил недостатки, соответственно, в дальнейших процессуальных действиях будет возбуждаться административное дело, и управляющая организация привлекаться к административной ответственности. Деятельность управляющих компаний Одинцовского района госжилинспекция Московской области удовлетворена. ЖКХ муниципалитета работает над созданием комфортных условий проживания для жителей территории. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».